7 и 8 сентября в нашей стране пройдут выборы. Сейчас во всех муниципалитетах ведется подготовка к предстоящему голосованию. Через 2 недели в крае, как и по всей стране, пройдут выборы. В регионе завершатся 483 избирательные кампании местного уровня. В 39 муниципалитетах будут голосовать за поселковых и районных депутатов, глав сельских и городских поселений. Для жителей это возможность избрать достойных кандидатов, тех, кто сможет сделать жизнь поселений качественно лучше, кто будет решать проблемы на местах. Эта власть максимально приближена к людям, и от нее будет зависеть дальнейшее развитие территорий. Участие в выборах примут и жители Славянского района. По решению советов сельских поселений принято решение о проведении выборов депутатов советов сельских поселений. Всего будет у нас проводиться 15, во всех 15 поселениях будут избраны депутаты. Помимо этого у нас в сельском поселении Голубая Нива досрочные выборы главы, поскольку ушел из жизни предыдущий глава. И закончились полномочия также 3 глав. Это Прикубанское сельское поселение, Прибрежное и Черноярковское. Там будут, вот в 4 поселениях будут избираться дополнительно еще и главы поселений. Выборы будут проходить 2 дня. Территориальная избирательная комиссия приняла решение о проведении 2-дневного голосования. Поэтому все избиратели могут прибыть на голосование 7 и 8 числа. Избирательные участки будут работать с 8 часов до 20 часов. 2 дня подряд. В день выборов в Славянском районе откроется 67 избирательных участков. Все они уже подготовлены к предстоящему голосованию. С целью обеспечения общественной безопасности в день выборов на всех участках будут дежурить представители полиции и казачества. За честностью и открытостью избирательного процесса будут следить наблюдатели. Также будет вестись видеофиксация всего происходящего. Большая работа проведена, избирательные участки подготовлены, вся необходимая документация также подготовлена, изготовлены баннеры, которые размещены на территории всего нашего района. Также на сегодняшний день уже изготовлены плакаты кандидатов. Все кандидаты у нас зарегистрированы. Всего зарегистрировано 444 кандидата. Это на должность депутатов советов. И 12 кандидатов на должность глав поселений. Бюллетени еще не изготовлены, но уже приступили к изготовлению. Поэтому мы 6 числа будем проводить обучение, выдавать избирательные бюллетени. И, естественно, 7 числа начнут работать все избирательные участки. На каждом избирательном участке, в каждом поселении будет разное количество голосов может отдать избиратель. Допустим, Славянское городское поселение. Они будут голосовать только за одного кандидата. А в других поселениях, там, где есть двухмандатные, самые маленькие избирательные, где-то трехмандатные, самые маленькие, будут голосовать за 2, за 3 кандидатов. Поэтому вот на это мы сегодня особо обращаем внимание, и комиссии будут обязательно рассказывать избирателям, когда выдавать бюллетень, за сколько человек можно будет проголосовать. Принять участие в выборах смогут только зарегистрированные жители Славянского района. Открепительных удостоверений выдаваться не будет. Также не будет и досрочного голосования. Принять участие в выборах можно будет только 7 или 8 сентября на своем избирательном участке. Все вопросы по поводу предстоящего голосования можно узнать по телефону горячей линии избирательной комиссии Краснодарского края 8 861 262 77 17.